У нас сегодня особенный влог. Мы только что вышли на улицу. С чем? Сигвеем. Вездеходом Сигвеем. Или гироскутером. Ваня, включай. Будем учиться кататься. Мы только дома они порепетировали. О! А что, неплохо для начала. Привет, привет! Ваня, сюда! Неплохо, неплохо. Покрутись. Классно. Так, он у нас разгоняется до 20 километров в час. Вес его 13 килограмм. Да, вес 13 килограммов. Заряжается за 2 часа и 3 часа без подзарядки. 20 километров без подзарядки. А, 20 километров? А по времени, по-моему, 3,5 или 4 часа. Ну, классно. Ну, тоже зависит от веса. Эксплуатации и от веса. Если максимальный вес... Ну, точнее, максимальный вес того, кто может на него забраться. 140 килограмм. То есть, короче, нас он долго не выдержит. Идеальный для него вес, по-моему, килограмм 80. 80? Ну, тогда ладно. Ну, пойдемте покатаемся. Вань, давай, проезжай. Мы сейчас дождемся, пока территорию ГДК откроют. Там лагерь летний, поэтому пока закрыто. Вот мы катаемся в родной школе. Ну, Аришка, давай, да, ты мастер-класс покажи. Да, она больше привыкла кирпичную стену оббивать. Только далеко не уезжай здесь. Я пока не буду гнать. Да, не надо гнать. Гнать вообще не надо. Ай, мошки, 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 комарешки. Он тебя боится. Ну ты покрутись, покатайся. Ну, отлично. Сейчас мы с ним потренируемся, и поскольку у нас вездеход с огромными колесами, по нему можно кататься на траве. Мы это и проверим. Проверите? Ну, давайте. Тренируйтесь. Сейчас пойдем. Угу. Мини-кошка уже упала. У нее было больше. Так, ну, споры про мини-кошку, шут с ними. В общем, у нас Сигвей еще и через Bluetooth, с колонками его можно... Короче, можно ставить все, что хочешь. Аришка поставила видео, едет и слушает. Дай Ване покататься. Можно взять так.
Да, комаров много, даже на солнце. Ой, нет. Я умерла, была. Давайте пока здесь покатаемся, а потом пойдем в ГДК. Вань, не едь туда. Вань, не надо туда. Вань, не надо. Поехали сюда. На вершине где-то, я тебя не вижу. Сигвей и Делерон с мини-кошкой. Вот оно, детское счастье. Замок сняли, значит, можно? Да, сейчас еще Катя Сергеева придет, а потом еще Вика приедет после тренировки. Это хорошо, что Ариша телефон в чехле. И Вода приедет на велосипеде, только Вика приедет с той части города на велосипеде, а Катя с сумочкой. Понятно, ну круто. Ну куда Ваня уехал? Ваня! Поехали, там асфальт ровный. Пойдем. А, там асфальт ровный, ну хорошо. Ну так, да. А наклоняешься назад, он назад едет. Ну, в общем, ты знаешь, это сначала надо научиться. Так, Ваня, тест-драйв. Он вездеход. Круто! Катя, твоя очередь. Подождите, рублю. Подожди, сейчас. Арина, пока. Сейчас, рублю, подожди, пускай. Катя, пока врубай. Катя, моя очередь. Все, Вань, давай, Катя, на очередь. Нет, стой. Подожди, Ариша, подожди. Ну как тебе вездеход? Нормально по траве? Ваня, не уезжай далеко, пожалуйста. Ой, дай Катю, Катя. Подождите. Ну-ка покажи до 20 километров в час. До 20 километров в час. Ну-ка покажи. Все, они поставили музыку. Придется выключать. Ребят, лучше ставьте видео, потому что я иначе снимать не смогу. Ну, подождите, вы Катю-то поддержите сначала. А ты с телефоном. Ариш, ну давайте, потом настроите. Идет, ну и я коленку. Просто наклоняйся вперед. Зачем?
Вот, вот. Конечно, мы просто далеко отъехали. Молодцы. Упасть успела? Да. То есть я все самое интересное помню? Да, конечно. Ну? Ну что, Кирюха, давай на место. Пойдем. Ты ничего не забыл? Где у тебя бассейн? О, разогналась. Еще одна классница. Ну все, тут общая тусовка. Так, Ваня, давай пообъезжай. Да, он такой крутой, реально. Ребят, классная штука, рекомендуем. Но ты крутой. А? Угу. Уже нету гнезда. Жалко. Езжай. Давай, езжай, езжай. Какая прелесть! Огороженная территория, ухоженная, чистая, с ровным асфальтом. Красота! Ваня, езжай на меня! Блютуз теряет. Покрутись. Нравится? Он здесь катается, Ореш. Орешка его потеряла. В общем, очень-очень-очень рекомендуем. Мы сейчас с ними тут будем гулять, кататься. Потом сюда придет дедушка нам мне на смену. О, вот дедушка шустрый. Только я сказала, а он уже пришел. И потом мы отдадим их дедушке. Я отдам дедушке. Егор приедет, мы пойдем на тренировку. Так что у всех сегодня один сплошной спорт. Сейчас мы дедушку на сигвей. Да, да, да. Да. Так фотосессия, так фотосессия. Дедушка у нас в упор видео не признает. Так,
Нет такого закона. Приятного аппетита всем, кто кушает. У них тут пикник на обочине. Так, у нас еще одна обучающаяся. Ваня, пойди сюда. Орешкина. Девочки, вот сюда подвезите его, да? Руками бежите искать. Дедушка, не учите дедушек кашлять, а детей кататься. Назад не наклоняйся. Так, к нам сейчас еще приедет Вика и Алина. Быстрее, тут двое. Алина. Дедушка, давай фотографировать. Попозируй еще. Да. Ариша дедушке позирует. Ну давай, покрутись. Можно музыку включать? Сейчас, подожди, я поснимаю. Обнимашки. И обнимашки назад отъехали. Ну-ка еще раз. Жалко, музыку нельзя навекать. Он у нас по приколу соединяется с... Сейчас я могу прикол. Обнимашки. Ну-ка, что у тебя там нарисовано? Сердечки и звездочки? Нет, а тут ничего нету. Ну, вот облом. Тут вот. Угу. Да. Я могу еще накрасить подводочкой. Подводочкой? Угу. Подводочку? Да, у меня подводочка есть. Подводочка есть, понятно. Подводочка! Да. Алина, а можно на нем английские слова учить? Можно, если по Bluetooth поставить. О, вот это надо было заснять. Да, давайте заснимем. А как, вы не сама? Нет, 140 килограмм. Я столько не вешу. Ну, дай попробую. Так, ребята, смертельный номер. Вставай. Номер смертельный. Я буду есть мороженое. Сразу ставь обнаги. Аришка, вот тихо. Да, стой ровно. Дедушка, наклоняться надо вперед. Наклоняться надо вперед. Не назад, вперед. Назад, чтобы ехать назад. Знаете, товарищи, вы вот сами на нем катаетесь, а я буду критиковать. Ах, вот так вот, да? Так, а Ваня ходил в кафе. Набрал жиротвы. Все 33 удовольствия. Аришка! Аришка! Ваня, кормилец. Ой, как классно! 50 рублей, пожалуйста. 50 рублей, давай, сейчас дам. Ну-ка, чего вы там хомячите, чего поете? Наггетсы, всего 69 рублей, 9 штук. Наггетсов, только Бургер Кинг. Катя только сюда зашла, оставить 2 наггетса. Один у Вани, пол у меня, пол у Кати. Ну, этих пацанов. Вы бы хоть дедушке чего-нибудь дали? Я не хочу. Ты не хочешь наггетс? Я такой
А мне уже дали, спасибо. Доедайте, да, Ваня. А что дети маленькие? Арина! А ты вообще никогда не такого не покрывала в жизни. Вику пойдешь, я потом туда. Ва, итак, Вань, мы должны привет. Ну скажи всем привет-то. Ой, Ванька! Вика, 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 Вика. Ваня, я тебя убью, застрелю. Теперь мое, теперь мое. Вань, дай мне, пожалуйста. Отличную штуку. Давай. Знаешь, как заинтересовать человека? Не. Завтра скажу тебе. Дай мне тоже покататься, Ваня! Я по очереди. Ты только что катался. Арина, я знаю, Арина. Какой ты тут каламбур. Я сегвей снимаю. И чего? Не Арина сказала. Скажи ему. Вань, дай Вике. Я не могу. Я не допрыгну, я залезу. Я потом. Ваня, можно я поснимаю? Передавай. Передача. Свой песенку какую-нибудь. 8-800-555-355. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Реклама! Реклама! Мы уже давно отменили. Ну, а это с Верой еще работает, я сегодня проверяла. 8-800-555-355. Проще позвонить. Всего 69 рублей, 9 штук наггетсов, только в Бургер Кинг. Наверное, никто не знает, что такое Undertale. Да, никто. Смотрите, Вика катается. Она поехала. Я поехала. Кто знает, зачем скелеты нужны друзья? Чтобы жениться. Нет, потому что у него одинокость. Никто не понял, это мини-каламбур. Чего? Потому что у него одинокость. Нарин. Они умеют это так. Ну что? Я посмехну, дай мне, пожалуйста. Сейчас мы с вами устроим представление, как только мы его отрепетируем. Ждем.